Вот мы подошли к такому важному моменту. Гидроизоляцию лучше всего вывести либо на подкладочный ковер, в нашем случае его нету. В каких местах они ставятся? Первое желательное место установки в нижней части, в зоне перехлестов, где стыкуется у нас нижний элемент и боковой. Вставляем обязательно вот в этот паз. Оклады должны быть полностью прижаты. После того, когда мы с вами закрепили оконный блок, нам понадобится вот такой вот комплект гидропароизоляции. Я расскажу, что находится, соответственно, в этом комплекте. В комплект входит пароизоляционный скотч, утеплитель из овечьей шерсти, идет гидроизоляционная мембрана. Она уже вырезана под размер окна и углы герметично склеены. Как я говорил ранее, также в комплекте идет инструкция на любой аксессуар нашей компании. В комплект также входит пароизоляционная пленка, двухсторонняя лента для фиксации пароизоляции и инструкция по формированию утепления откосной части и, соответственно, по монтажу пароизоляционной пленки. Теперь мы с вами приступаем к монтажу гидроизоляционной мембраны. Вот эта широкая сторона, она является верхней, более узкая сторона – это низ. Начинаем монтаж производить с верхней части оконного короба. Фиксируем мембрану при помощи строительного степлера. Поднимаем кровлю. И, соответственно, подсовываем мембрану. После того, как мы с вами закрепили верхней части с помощью степлера мембрану, мы ее подсунули под кровельное покрытие. Нам нужно ее зафиксировать с боковых частей оконного короба. Наконец-то мы с вами пристеплерили мембрану с боковых частей. Теперь нам нужно ее зафиксировать в нижней части. В нижней части оконного короба у нас имеется дренажная система. Соответственно, дренажная система работает таким способом, что конденсат выходит на мембрану. И по мембране, соответственно, идет вниз. Для этого мы берем мембрану и заводим под, соответственно, дренаж. Чтобы вот в этой части у нас был обязательно сток конденсата. Мы с вами берем в нижней части, вот здесь вот делаем вот такую вот складочку на отвод воды и фиксируем. Вот эта складка у нас образовывается за счет того, что мембрана идет с небольшим запасом больше, для того, чтобы мы могли подсунуть ее под вот эту вот дренажную систему, не повредив склейку. Везде мы расправляем всю мембрану, делаем вот такие вот складки. И верхнюю часть мы эту уже вот таким вот образом расправляем ровненько и формируем, соответственно, складки. Все складки у нас должны быть направлены на отвод воды. Все полностью должно быть расправлено. И вот в этой части у нас должен быть угол четко 90 градусов. Это нужно для того, чтобы здесь был полный сток, то есть на отвод воды, а 90 градусов, чтобы у нас полностью прижался изоляционный оклад и не повредил нашу мембрану.
мы с вами осуществили укладку, осуществили фиксацию, разложили все складки на отвод воды. Вот они здесь видны. Все разложено на отвод воды. А что нам теперь нужно сделать? Мы подошли к такому важному моменту. Гидроизоляцию лучше всего вывести либо на подкладочный ковер, в нашем случае его нету, соответственно, чтобы конденсат не шел ни в коем случае на фанеру, и фанера от этого не страдала, мы выведем гидроизоляцию на кровельное покрытие. Но нам это нужно сделать таким способом, чтобы не нарушить вот этот клеевой слой, и была фиксация непосредственно кровельного покрытия, и в то же время добиться эстетики, чтобы она у нас не была видна глазу. Для этого нам ее нужно подрезать. Соответственно, заламываем и подрезаем ее по линии, чтобы не доходило до клеевой основы. После того, когда мы с вами подрезали излишки, не нарушив клеевой слой, мы заводим обратно кровлю, соответственно, начинаем устанавливать ганты на свои места. Фиксируем на гвозди. Вот в этих верхних местах гвозди прибивать не надо, для того, чтобы у нас была защита от конденсата на мембране. Здесь у нас защита от осадка будет являться нижний элемент изоляционного оклада. Сейчас мы с вами начинаем подводить кровлю к низу оконного блока, после чего начнем сборку изоляционного оклада. Наша задача — подвести до окна, ставим нижний элемент и пошли, соответственно, собирать оклад по периметру. Теперь мы с вами закончили подведение кровли в нижней части к оконному блоку. Еще раз обратим внимание на дренажную систему. Она у нас будет выходить по пленке и пойдет, соответственно, на кровельное покрытие. Пленку мы спрятали, добились этого эффекта. Ее зрительно не видно. При этом не нарушили перехлест клеевого слоя. Черепица у нас мягкая, фиксируется должным образом. Теперь мы можем начать сборку изоляционного оклада, после чего подведем кровельное покрытие. Что входит в комплект изоляционного оклада? Боковые элементы, боковые накладки номер 37. Два боковых элемента левой палой. Верхний элемент с клеймерами для фиксации оклада. И, соответственно, нижний элемент. Как и все работы в кровле, мы начинаем сборку снизу вверх. Поставили нижний элемент, крепится он с помощью нижней планки, и, соответственно, нижняя планка фиксируется на 3 самореза. В нижней части есть клеевая основа на основе битума. Давай. Снимаем защитную ленту и прижимаем, соответственно, к
алюминиевому покрытию. Таким образом мы дополнительно приклеили нижний элемент оклада к рольному покрытию. Единственное, поскольку материал битумный, нужно понимать, он любит работу с весовой температурой. Если вдруг мы работаем на низких температурах, то рекомендую обязательно прогреть изоляционный оклад строительным феном и придавить для того, чтобы добиться нужной адгезии и, соответственно, фиксации оклада. Теперь мы начнем монтаж боковых элементов. Переходим к этапу по монтажу боковых элементов оклада. Подсовываем их также под кровельное покрытие. В верхней части проверяем, что оклад у нас не должен выходить за пределы оконного короба, иначе он помешает установке верхнего элемента. Вставляем обязательно вот в этот паз. Оклады должны быть полностью прижаты друг к другу. И теперь для надежной фиксации берем из комплекта гвозди. И прибиваем на два гвоздя сверху и снизу. Установив и зафиксировав на гвозди боковые элементы оклада, мы устанавливаем боковые 37-е накладки. Устанавливаются они достаточно просто. Прикладываем корму и заводим за вот эту верхнюю накладку. Под саморезы завода уже приходит короб с отверстиями под саморезы. То есть ошибиться крайне сложно. Вымерять ничего не нужно. Нужно только пододвинуть планку и проверить, чтобы она совпала с заводскими отверстиями. Фиксируем теперь другую планку. Накладки боковые у нас смонтированы. Теперь мы должны установить верхнюю накладку вентклапана и потом сразу же надеть верхний элемент оклада. Уважаемые друзья, мы с вами установили два боковых элемента, установили две боковых накладки номер 37. Теперь мы с вами должны установить накладку вентклапана, которая идет в комплекте с оконным блоком. К накладке отдельно крепится на скотч с обратной стороны. Два вот таких вот самореза. От основных они отличаются тем, что идут большей длиной. Ставим накладку. И крепим ее на два самореза. Теперь берем верхний элемент оклада. Вставляем его в пазы и проверяем, чтобы он у нас зашел вот в этой части. Смотрим, чтобы вот здесь не было никаких зазоров. Верхний элемент наклада крепится с помощью двух саморезов с левой и с правой стороны. Все, оклад мы с вами смонтировали. Нам остается подвести кровельное покрытие, закрепить оклад с помощью клямеров, которые идут в комплекте. И прокиянить оклад по периметру. Вот эти боковые элементы загибаются за подлицо с металлом, чтобы кровля вот здесь у нас не стояла дыбом. И крепим в нижней части первый клямер. Таким образом
мы с вами, поставив клеймер, зафиксировали жестко оклад. В нижней части мы уже его приклеили. Он у нас полностью зафиксирован. Я его поднимаю. Видим то, что клеевая основа хорошая. И поднимается он вместе с лепестками. Таких клеймеров нужно будет поставить на одну сторону 4 штуки. В каких местах они ставятся? Первое желательное место установки в нижней части, в зоне перехлестов, где стыкуется у нас нижний элемент и боковой. Два ставим посередине и один, соответственно, сверху, с левой и с правой стороны. Оклад мы с вами полностью прокиянили, поставили клеймера по периметру. Теперь будем подводить с вами кровлю. Есть определенные правила. Мягкая кровля, это в принципе, как и остальные многие виды кровельных покрытий, подводится до вот этого стоячего желоба. Соответственно, берем и по месту ее подрезаем. Друзья, мы с вами закончили этап по подведению кровли. Давайте обратим внимание, что нужно здесь было нам сделать. Прежде всего, с боковых элементов кровля не доводится до оконного блока ровно 3 см. Доводится до вот этого стоячего высокого желоба на изоляционном окладе. Мы, соответственно, подрезаем. Начинаем работать снизу и идем вверх, постепенно подрезая каждый гонт. Подрезав гонт, мы должны обязательно его приклеить. Приклеивать его можно либо на мастику, либо использовать битумный герметик, либо битумно-каучуковый. Плюс использовать битумный и битумно-каучуковый, они так не текут. Кто умеет работать с праймером, с мастикой, пожалуйста, шпатель можно мастичить и наносить. Единственное, нельзя злоупотреблять, иначе при высокой температуре она может дать течь и выйти вот в этом месте на лепестки, что не происходит, как правило, с битумными герметиками. Значит, уложили гонт, приклеили, зафиксировали, нанесли еще слой клея, уложили следующий гонт, зафиксировали, прибили. Прибивать на изоляционный оклад ни в коем случае нельзя. Сам оклад, как мы уже говорили, крепится на изоляционный клеймер, за счет чего происходит жесткая фиксация к фанере. Соответственно, отступаем от желоба и прибивать можно уже вот в этом месте, не пробивая изоляционный оклад ни в коем случае. Уложили, прибили, приклеили, пошли дальше. Положили герметик с вот этой стороны и с вот этой двумя линиями. Уложили гонт, приклеили, при необходимости зафиксировали гвоздем. Следующий гонт укладывается абсолютно так же. Промастичили, и так мы делаем по порядку, доходя до верхней стороны. Вот в этой части у нас нижний элемент и боковой элемент не торчит, он не виден, спрятался под гантом. То есть мы попали прямо по рисунку. Если вдруг у нас возникает вот такая вот ситуация, когда краешек изоляционного оклада торчит, это больше делается для эстетики. Что мы можем сделать? Мы в таком случае можем вырезать из ганта заплатку. Вот что, собственно, мы с вами и сделали. Кусок, подобрав ее по рисунку, чтобы с крыши смотрелось все ровно и совпадал, соответственно, рисунок кровли. Также его приклеиваем и фиксируем на гвоздь. Если бы мы с вами его не поставили, то, соответственно, вот что было бы, кусок оклада не был бы закрыт. Приклеиваем, прибиваем на гвоздь, пошли, соответственно, дальше так со следующим гантом. Приклеили, зафиксировали гвоздем. И так, соответственно, поэтапно пошли до верхней части. В верхней части у нас оклад достаточно широкий. И есть место, где желоб сводится на нет. Он закиянен. Соответственно, мы кровлю начинаем обрезать в верхней части, в том месте, где желоб у нас завален. Тем самым до оконного блока кровлю мы не доводим в районе 10 см.
Этого вполне достаточно, чтобы вот здесь в верхней части проклеить его либо мастикой, либо на герметик и полноценно приклеить к изоляционному окладу. После того, когда мы с вами закончили все кровельные работы, мы надели, соответственно, створку обратно. А что хотелось бы добавить, что мы не увидели на стенде? Мы на стенде не использовали с вами подкладочный ковер. Технологии монтажа отличаться будет не сильно, потому что подкладочный ковер, набитый на основной, мы с вами должны также сверху завести на оклад, с боков на оклад. В этой части делается горизонтальный разрез и подсовывается ковер под оклад.